объединил мам, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и организации, чья деятельность непосредственно направлена во благо таких ребят. Всего более 80 участников. Главная цель встречи – познакомить их друг с другом и показать, что эти семьи не одни. Сегодня в городском округе около 600 детей с ограниченными возможностями здоровья. В Химках стараются создать максимально комфортные условия для их жизни. Семьи не оставляют один на один с бедой. Им оказывают всестороннюю поддержку в разных сферах. Конечно, внимание детям уделяется. Со стороны медицины это и наблюдение, и осмотры, поддержка здоровья. Со стороны образования это индивидуальная программа образования. Соцзащита оказывает немаловажную помощь в поддержке семей этих детей. И самое главное – это внимание, которое уделяют таким семьям. Воспитывать ребенка с ограниченными возможностями здоровья – колоссальный труд. Важно помочь таким детям и родителям справиться со всеми преградами, которые встречаются на их пути. В прошлом году в Химках создали совет семей, где есть дети с ОВЗ. Их более 500 человек. То есть пока мы, конечно, знаем не всех, но очень рассчитываем объединить эти семьи, чтобы всем вместе решать задачи, проблемы, вопросы. Здесь не только помогают найти решение любой проблеме, но и организовывают досуговую деятельность. Родителям постоянно необходима моральная поддержка. Наш клуб особенных мам работает, мамы с удовольствием его посещают. И главная задача мам вытянуть из их рутины, из их проблем. Мы проводим досуговые, развлекательные, образовательные встречи, где разговоры о проблемах просто под запретом. Это первый форум равных возможностей в городском округе. Его организовали представители Химкинского отделения Союза женщин России. Инициаторы уверены, что встреча станет ежегодной доброй традицией. Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.